Мы решили сегодня разобрать утюг VTEC 1201 VN. Это, здесь у нас проблема в чем? Контакт слабый, иногда он не включается, а иногда этот. Мы его проверили, где здесь обрыв. Свет выключили, включили розетку и посмотрели, проверили. Оказывается, вот здесь он иногда искрит. Мы решили его сейчас разобрать. Его разбирают следующим методом. Вот здесь имеется винтик. Вот винтик тут такой необычный. Такой отвертки у меня нету. Здесь три этих. Не крестики тут, а три грани, трехгранник получается. У меня такой отвертки не было. Я решил вот такой отверткой его открутить. Это раз. Дальше, следующий мы вытащим вот эти кнопки. Чуть-чуть надо усилий прикладывать, чтобы их вытаскивать. Ломать не надо, потому что здесь вот на щеколдах стоит. Раз, два. Вот на двух щеколдах стоит. Этот первый. Потом второй. Вот это второй. Вот здесь аккуратно видно. И желательно, не желательно, а обязательно, не надо их путать. И здесь путать тоже не получится, конечно, тяжело будет, но все равно не надо путать, какая кнопка с какой стороны находится. Вытащили. Здесь имеются у нас вот нормальные плюсики, винтики. Вот. Можно обычной отверткой их открутить. Сейчас открутим их. Два винта. Первый открутили. Сейчас открутим второй. Утюг при эксплуатации показал себя достойно. Работал 9 лет. Без никаких проблем, критик, без ничего. Он заслуживает уважения и заслуживает достойного ремонта. Но мы решили его достойно отремонтировать. Сейчас вот здесь тоже стоят щепчики. Или как их там называют, зажимы какие-то. Он у нас не поддается. Давайте решим отсюда его открыть. Вот, о, молодец. Поддается. Это хорошо. Оказывается, он утюг еще с характером у нас. Любит показывать свой характер. Но ничего. Не тоже с характером. Вот, постепенно сейчас получится. Как говорится, если постараться, что-нибудь получится. Или мы его отремонтируем, или мы его не отремонтируем. Тут только два варианта. Все. Какую-то часть работы мы уже сделали. Здесь шланг. Шланг. Угу. Снимаем шланг. Угу. Запчасти падают. Это как бы хомут, который его держит. Вот здесь. На этом. Это тоже сюда поставим. Главное, чтобы без запчастей его не собрать. Вот где наша проблема оказывается. Сейчас мы его поднимаем. Вот шарик у нас. Видите, расплавился даже чуть-чуть. Вот где-то здесь у нас обрыв. Вот где-то здесь обрыв. Или где-то здесь. Вот он. Где-то в этом периоде у нас. Сейчас надо будет его порезать. Вот это тоже открутим. Два винта. Винтика и потом надо будет порезать и определить именно где
Вот здесь или вот здесь. Вот, а, вот уже 100% здесь. Вот обрыв. Видно? Вот, 100% обрыв. Все, сейчас наша задача это открутить. Сейчас открутим их. Потом главная задача запчасти не потерять. Собрать обратно его. Чтобы он 9 лет еще проработал у нас. 9 лет проработал без проблем. Сейчас, чтобы еще 9 лет он у нас проработал. Вот я отрезал провода отсюда. Вот. Видите, здесь обрыв был. Контакт еле касался. Вот. У нас в темноте он светился из-за того, что здесь искра образовалась. Вот. А эти два провода в хорошем состоянии были. А этот провод уже испорченный. Это не только здесь. Это еще и вот здесь испорченный был. Видите? Я его просто потянул. И он сразу отошел. Вот его кусок. Видите, сразу отошел. И здесь обрыв был. Но здесь он касался как-то. А тут искра вот здесь образовалась. Как раз в этом районе. Сейчас я их тоже порежу вот так. Оголю провода. Здесь тоже оголю провода. И соединю. Так, у меня такое ощущение, что скоро здесь тоже обрыв будет. И вот здесь тоже обрыв будет. Мы этого момента ждать не будем. Заранее исправим эту ситуацию, эту проблему. И сделаем так, чтобы он долго еще работал у нас. Вот я их тоже оголил. Вот этот провод в отличном состоянии еще до сих пор. Все провода на месте. А вот это, видите, вот эти провода, которые торчат, они уже отсоединенные были. Там пару проводов осталось. Вот здесь, видите, даже черные, немножко черные вот. Я его полностью не оголил. Вот видите, вот все. Они оторваны друг от друга. Там пару проводов только оставалось целых, и все. Оттуда и только проходило. А вот здесь то же самое, наверное, где-то 1-2 провода оставалось. Из-за этого здесь пока искры не было. Вот. Эти тоже надо. Хорошо, что я их отрезал. А то были бы у нас проблемы. Вот здесь, как видите, вот такой кусок оставалось. Я решил его убрать. Из-за этого куска здесь соединять, потом тут соединять. Тут они соединенные были. Этими клипсами. Вот такими. Как их называть, я не знаю. Клипсы, наверное. Вот. Ими были они соединены. Я решил вот этот кусок убрать отсюда. И как заводском было соединено, вот так этими клипсами здесь соединю. Вот они. Я вот здесь прижал их плоскогубцами. Вот этими плоскогубцами прижал посередине. Они отошли сразу. И здесь вот отверстие, она прижитая была. Прищемленная была. Я взял вот так надел на него. И вот так прошелся. Вот сейчас он раскрылся полностью. Вот, круглая стала. Все три штуки вот так сделал. Все три штуки вот так сделал. И все, они готовы. Сейчас, чтобы их соединить, чуть-чуть неудобно здесь. Я хочу его разобрать, не только для этого. Вот это сейчас пока уберу. Вот эта часть тоже я приготовил. Вот порезал, обрезал сколько надо. Изолировал, чтобы он у нас не испортился дальше. Эта часть уже шнур готов. Это уберем. Сейчас решил вот здесь накипь. Накипь вот здесь. Вот этот накипь, чтобы почистить. Раз разобрал, хочу до конца его разобрать и почистить накипь. Чтобы этот почистить, нам надо будет два винтика здесь открутить. Плюсики. Два винтика здесь открутить. Ну здесь, видите, зашевели они. Ну все это открутим. Потом дальше будем разбирать. Вот здесь, кроме двух вот этого винтика и этого винтика, вот этих четырех, вот кроме этих двух, два и два здесь, кроме этих четырех винтика, еще здесь получается, ну вот здесь, два винтика здесь было, два винтика здесь, кроме них еще, вот видите, здесь винтик был у нас, его надо было открутить, и вот здесь два винтика. Чтобы эти два винтика открутить, нам нужно было снять вот эту крышечку, регулятор, что он тоже держится на клипсах. Вот клипсы у нас, чтобы
Но здесь все равно не перепутаешь. Вот снизу, видите, все равно не перепутаешь. Но я на всякий случай его вот максимум поставил на этом уровне. Вот так. Все, по-другому его собирать не получается, и на него давить надо. Ну, когда собираем. А так вот его открутили, два винтика тоже. Это сняли ножиком, поставили снизу, вот так. Аккуратненько приподняли, чтобы клипсы не отломались. И открутили два винтика. Сейчас, после того, как все эти винтики, 2-4, а здесь 2-4-6, 7 винтиков. 7 винтиков как открутили, вот он снимается. Все, это мы убираем. Сейчас нам надо вот это отделить. Чтобы это отделить, нам здесь надо будет открутить два винтика эти. И вот два винтика вот эти. В общем, 4 винта надо будет открутить. Эти винты заржавели у нас. Как говорит, и за нами заржавеет. Вот раз. Два. Что-то не хочет выходить. Ничего. До тебя доберемся. Вот. Ничего. Пускай останется. Два винта открутили. Как видите, здесь у нас еще винтики имеются. Они трехгранные. Их открутить чуть тяжеловато будет. Вот раз, два. Во-первых, трехгранные тяжеловато, во-вторых, они еще заржавели. Их тоже открутили. Здесь заржавели они. Пришлось использовать ВД-шку. Не так уж легко было. Ну, ВД-шка помогла. Все-таки мы их открутили. Вот мы здесь ножиком приподняли. Задняя часть. Приподняли ножиком. Вот здесь он цепляется. Вот. И держится. Здесь еще винтик у нас. Вот этот винтик. Сейчас открутим. Вот. Вот открутили винтик. Здесь. Сейчас попробуем его приподнять. Вот. За что он цепляется у нас, интересно. Может, и здесь портик имеется. Вот. Еще маленькая терка. Куча саморезов здесь. Вот, это тоже сняли. Сейчас это тоже снимем. Вот. Сняли его тоже. Его тоже сняли. Здесь можно отличить, какой с какой стороны. Вот этот оставим, чтобы можно было отделить.
отличить. Вот, сейчас посмотрим. Попробуем сейчас снять. Вот, сняли. Что-то мешает нам. А, вот этот тачек. Вот этот нам мешает. Вот его тоже снимем. Все. Вот и разобрали мы его. Вот и разобрали. Здесь ведочка чуть-чуть работает. Это винтики. Чтобы они полностью не заржавели. Ведочка обработалась. Все, это тоже сняли. Вот. Сейчас нам надо снять дно. Дно снять, вот здесь тоже саморез. Вот винтик и здесь винтик. Дальше и вот три винта и здесь винт. Вот винт. Чуть-чуть водичкой я тоже обработаю. Сильно увлекаться не буду. Это достаточно, наверное, будет. Чтобы они в дальнейшем не жалели. Открутили. Сейчас третий открутим. Вот три. Вот такой механизм у него. Мы хотели почистить вот здесь. Но до него добраться не получается. Чтобы до него добраться, нам надо будет еще это открутить. Это открутить не получается. Он мертво сидит. Наверное, чтобы этот почистить, надо будет лимонную кислоту сюда залить. И все. Таким методом надо будет попробовать. По-другому, как я понял, не получится. Вот это тоже почистили полностью. Изоляцию нашу обещунку убрали отсюда. Это была пыль или от тряпок. Пыль от тряпок. Все. Сейчас соберем обратно. Обратный процесс. То же самое, как разбирали, так и будем собирать. Главное, чтобы здесь болты не перепутать. И этот, запчасти не потерять. Чтобы из одного утюга два утюга не получилось в конце. Вот, взял каждый провод к своим этим проводам, соединил плоскогубцы, прижал плоскогубцами. И все, вот, держится. Нормально. Буду продолжать его собирать. Вот здесь такая маленькая пружина. Его желательно не терять. Вот сюда надо его ставить. Вот. Все. Сейчас закрутим вот эти винтики. И дальше соберем его. Вот уже до этого уровня собрали его. Вот здесь тоже собрали. Прижали шнур. Этот тоже поставили. Все, остается вот сверху крышку сейчас поставить. Эту крышку тоже поставим, но надо вот к нему, вот к этому соединить вот этот шланг, чтобы он у нас воду брызгал. И от него идет хомут еще. Не забывайте обязательно хомут поставить. То он будет вновь все брызгать. Вот мы его собрали, закончили полностью. Вот эти тоже работают. Вот это тоже заработает. Вроде эти тоже работают. Вот. Эти мокрые. Он отсюда тоже стреляет. Вот. Отсюда тоже стреляет. Дальше. И вот. Все. Это тоже работает уже. Сейчас надо его включить, проверить. А так. Еще 9 лет с гарантией будет работать. Вот сейчас мы в розетку включим, посмотрим. Вот. Работает он у нас. Все.
Сейчас нагревается. О, нагрелся, уже нагрелся. Горячо уже. Уже кипит та же вода, кипит там, которая. Удачно отремонтировали, называется. Спасибо мне. Все, если понравилось видео, подписываемся, ставим лайк.